Что ж, ребят, всем привет! С вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить Mass Effect 3. И у нас последняя сюжетная, скажем так, DLC, которая, собственно говоря, у нас называется Цитадель. Вот, собственно говоря, вот тут оно у нас и есть, Цитадель отпуск. И, собственно говоря, давайте мы его в этой части с вами, я думаю, полностью пройдем, ну или хотя бы там половину уж точно, потому что я, насколько знаю, оно там довольно долгое. То есть проходить мы его с вами будем довольно так... не быстро, как я понимаю, как минимум 2 трая у нас точно на это уйдет. Я так себе как минимум представляю. А, собственно говоря, так, где у нас тут заправка? Здесь, по-моему, да, была? В Кургунской ДМЗ. Нам сейчас на заправку надо слетать, потому что у нас полбака нет. А полбака то, что нет, учитывая, да, сколько у нас денег, это, в принципе, довольно плохо. Вот теперь у нас полный бак есть. Так, давайте-ка посетить дом Андерсона. И знаете что? Знаете, что я сейчас подумал? Давайте-ка мы сейчас переоденемся в более крутую, скажем так, одежду. Посмотрим там, что у нас есть. Я, в принципе, хочу уже в этом, в оригинальном нашем костюмчике погонять, а то как-то надоели все эти даже покупные мне. Так... Во! Вот в этом вот, давай-ка погоняем, а? Он у меня любимый, в принципе, был. Хотя вот этот тоже крутой. Во. Да, такой красный у нас будет, а? Оттенок... Не, погоди, подсветка. Так, я вот что-то не понял, у него до этого глаза красным горели, вы заметили? Ну, на этой, на маске имею в виду. А сейчас они что, не горят? Фиг знает. Может, баг какой-то. Просто когда черный цвет выбираешь, заметил, что у него это глаза перестают на цвета, в принципе, реагировать. Ну, вот эти, которые, да, выбираешь. В общем, ладно, погнали мы сейчас, короче, на Цитадель посетить дом Андерсона. У нас, да, это последний DLC перед финалом, собственно говоря. То есть мы его пройдем, и потом у нас будет, соответственно, финал. Это, как я понимаю, довольно круто. То есть мы... Я надеюсь, что успеем до моей учебы завершить, в принципе, Mass Effect 3. И там уж, в принципе, все будет видно. То есть как мы будем следующее видео загружать. А я пока на время замолкаю. Admiral, how are you holding up? Day by day, Commander. Yeah. Hackett sent me a message about this apartment. I want you to have it. Take it off my hands. Are you serious? You need a place that's yours. Somewhere to recharge. Clear your head. Haley wanted us to settle down there. Thing is, the longer I'm on Earth, the less I want to leave. And I want as few loose ends out there as possible. Like I said, you'd be doing me a favor. That's very generous. It's practical. We need you in the best shape possible. Rested. Focused. If you say so. Thank you. And make yourself at home, dammit. It's yours now. I'm sure I can manage. Okay, good. Been meaning to do that for a while. I'll
Talk to you soon. Be careful out there, Anderson. You too, Shepard. Так, ну ничего себе тогда такие квартирки тут у них на цитаделе. А, это стереосистема. Да, приятные, конечно, слова в наш адрес. Ух, ничего себе, тут книжек сколько. Так, давай-ка сейчас на второй этаж пойдем, может там тоже книжки есть. Вот такие же. Это мы, конечно, тоже, да, потом почитаем. Ух, то есть смотри-ка, вот тут у нас одна книжка, да? А наверху? Наверху у нас тоже же книжки, наверное, есть. Так, ну это стереосистема-то, это понятно. Вот одно... Две вижу даже. Нифига он тут. Мы, наверное, всю первую часть только тут книжки слушать будем. Я тебе так скажу.
Что-то мне так кажется. Тут наверху, прикинь, три книжки. Или может даже еще больше. Так, ну нет, тут вроде нет уже ничего. Так, да, давай сейчас глянем. Да, это баг был. Это просто был баг, похоже. Это хотя бы маленькое довольно. You asked me to talk about the SSV Normandy. The Normandy SR1. As commander, так, дайте-ка сейчас для вас чуть повыше стану. Вот так вот. Да, Сарен-то да, тот еще фрукт. С этим, конечно, прям сложно довольно поспорить. Тот еще фрукт. Так, тут же у нас нет ничего. Значит, у нас одна на кухонке, и одна еще вот там вот есть.
one to share. I had just gotten promoted to N7. Full of myself. King of the castle. Found myself buying drinks for undesirables in some rundown bar in the wards. They toasted my recent promotion. Hell, they would have toasted Batarian slavers if it had got them more drinks. About the time my money ran out, my new friends turned on me. I was outnumbered. Things didn't look good. My plan to get out of there involved lots of punching. Well, that worked for a while. Then a table hit me. Or I fell down. When I came to, I saw a Salarian putting the rest of the troublemakers down. A Salarian? Moved like a damn cat, I swear. When everybody was out cold. Or running. He walked over and helped me up. N7, he asked. Yes, sir, I replied. He looked over my collection of unconscious friends, nodding. Not bad, human, he said. Then he walked away. I had met my first Spectre. Learned an important lesson that day. No matter how good you think you are, there's always somebody quicker, faster, and a hell of a lot smarter than you just around the corner. That little lesson's kept me alive more than once since then. Ну что, все? А вот тут еще одна, смотри. Ты глянь, еще одну нашел. Их тут прям... Ну, это уже точно похоже последнее. На кухне у нас, значит, одна. Осталось у нас, да, осталось у нас только последняя, та, которая здесь у нас на стеллажах лежит. Так, погоди. Soldiers on Earth, but we can't forget what they're doing for us.
Tonight's show is dedicated to all of the soldiers out there, fighting and dying to keep us safe. Admiral Anderson, today marks the 30th anniversary of the N7 program. Can you describe your first day of training in this now famous program? The Interplanetary Combatives Training Program is all business from day one. How so? We're given basic gear, then separated and stranded on an asteroid with no nav data. The test ends when the last person runs out of oxygen. Sounds daunting. What happens to the ones who run out of air first? Out of the program. The best N7s can survive alone, but work together to survive even longer. That's very impressive, Admiral. Deep space survival training. That has to be so difficult. All of it would take such strength of character. Well, just plain strength. But then you seem like a strong person. I'm sorry. Is there a question in there? Well, does the program make the man, or do you think you were born for this? It's a bit of both, I suppose. Every soldier reaches a point in their career, sometimes more than once, when they are asked to give more than they ever thought they could. That moment is the test. I've seen men and women, almost sure to fail, persevere long past the point of breaking. That experience changes them. Others, with all the gifts and abilities, fail in that moment. Sometimes they pick themselves up and carry on. Sometimes they're just done. What about you? What was your moment? I've had a few, none of which I'd like to share. But I think the toughest tests are still ahead of me. What makes you say that? Call it a hunch. Soldier's intuition? Something like that. Do you trust your intuition? I mean, do you follow your heart over your mind? Well, it depends on the day. No, I suppose if I were to be honest, I do trust my instincts. The problem is, war isn't orderly. And the enemy is never predictable. Even the most experienced veteran is going to find themselves in situations they haven't trained for. In those instances, and there's more than I'd like to admit, your instincts are the only thing keeping you alive. That, and the men and women you're fighting beside. But soldiers are only as good as their leader, isn't that true? Yeah. A good leader can make an okay squad great. A bad leader, well, war tends to make examples of them. What makes a good leader, then? A good leader is someone who values the life of his men over the success of the mission, but understands that sometimes the cost of failing a mission is higher than the cost of losing those men. That's a terrible line to have to walk. Yes, it is. But war is a terrible thing. Thank you for your time, Admiral. Thank you. The remainder of this interview was to take a more personal look at Admiral Anderson's life. It wasn't finished when the Reapers invaded. We can only hope that the Admiral and the soldiers under his command survive to tell us the rest of their stories. I'm Kalisa Al-Jelani. Thank you for watching. Пожалуйста. Sometimes you just gotta howl to make things right.
Это интересная, да, логика. Ничего себе тут. Обычный туалетный столик. А, ну понятно. Так, поужинай со мной в суши-баре. Привет, Шепард. Есть несколько вещей, которые нам нужно обсудить. Пока Нормази на приколе, я думаю, мы с тобой можем встретиться в суши-баре Рюссей. В нижних районах, говорят, это лучшее место. Джокер, значит. Лады, Джокер, погнали. Только ты вот где тут у меня? Я так не найду. 20 минут мы только в этой локе были, прикинь. 20 минут. Офигеть, да? Я сам в шоке. Слегка так нахожусь сейчас. В одной только этой локе. Че, тут VIP, да, какой-то проход. Commander Shepard, your table is ready. Чуть он далеко-то как, а? Hey Shepard, not bad, huh? The sushi place is serious, like French guy at the door serious. Only had to save the galaxy twice to get a table here. You see the line outside? But here I am, drink in hand. Best pilot in the universe, and a rock star. Any news from the Normandy? You know, maintenance stuff. It's hard knowing a bunch of strangers are poking around in my ship. I mean, your ship. The best thing we can do right now is Parker and let the techs do their work. Yeah, you're right. Maybe an oil change, space tire rotation. Right. Trust me. It'll do her some good. Oh, I trust you. Not sure about those shifty aerospace engineers. Always stealing the silverware. Let someone else do the work for once. Hackett's orders. You're on shore leave. Yeah, whether we like it or not. I'm sure you'll manage. I may need a drink that comes with an umbrella. I'm the first human specter. I'll get you two umbrellas. Awesome use of power, boss. So, your email said it was important? My email? I'm here because I got a message from you. The hell? I didn't send anything. Commander! Excuse me. Sorry. Alliance business. Commander, this is urgent! I don't think that's the umbrella lady. Commander Shepard, I'm Staff Analyst Maya Brooks. Alliance. Excuse me. Alliance Intelligence. There are people trying to kill you. Yeah, I think he's aware of that. No, I don't mean Cerberus and the Reapers. I mean other people. New people. They're... It's... Someone is hacking your account. Comm channels, personal records. They're targeting you specifically. Targeting me? What do they want? The intel isn't definitive yet. Last time I guessed without definitive intel, we almost landed troops on a gas giant. Which is bad. Hang on, Brooks. Take a breath. From the top, what do you know? Excuse me, you don't have a reservation. Mm-hmm. Я уже понял. Ladies and gentlemen, tonight's performance is brought to you by random acts of violence. Show business.
boys. Find me Shepard. Stay there. I'm coming. Joker? Ow, my pancreas. Hey! Damn it. Got one, sir. Find the crew. I'm going after her. Find the crew. Got it. Так. О, нифига он машет, конечно. А у этого пистолета у него урон случайно какой? Мне интересно, минус моб? Просто смотрю, он просто их всех ваншотит. Вообще сказка просто, а не пистолет. Он, конечно, по щитам плохо им разносит, но... Но по здоровью он прям вообще пипец снимает. Учитывая, да, то, что это максимальный режим у нас, если что, по сложности. Ну, это, конечно, очень круто. Так, давай, тут Шепард, не падай только. Это... Да, понятно, это довольно сложно. Ребята, мне плевать, что старые температурные датчики все еще работают. Установите новые по всей секции. У клиента есть разрешение на работу, и он хочет начать немедленно. Тем более, что он заплатил вперед с безумной наценкой. Сделайте это. Бакфрай, воздух в цитадели. Alert C-Sec. I'll look for a way out. Brooks, I see some sky cars across the gap. Maybe a landing pad. I'm checking the area. Transportation, no food, no laundry. Ah, it's a sky car lot. Scission Motors. Get a shuttle over there. I'll find a way across. Okay, right. Morning. So, it turns out C-Sec has the whole area locked down. It's gonna be a tiny bit tricky to get you a shuttle. Hey. Keep at it, Brooks. Oh, also, stay off your comm. Well, except for me. It's hacked. That's probably how they found you. Who are these guys? I don't know. But they really don't seem to like you. Yeah, I'm sensing that. Он прям вообще супер. Ну да. Конечно. Man, those guys are in.
Вообще кидать гранаты не умеете. Ничего себе, тут гранат мне кинул. Конечно, все мимо, но с ними нужно быть поосторожнее, как я понимаю, да? Что тут кредитов понабираем, я так чувствую, не слабо. Shepard, what are you doing? I heard that from here.
It's all under control. Is that some kind of alarm? What's going on? I thought I'd make things more interesting. Of course you did. Какие же у вас ряд хорошие стволы-то, я вам так скажу. Прям супер. Только так вас валят. Вот это так, что у нас тут, сейф есть? Сейва нет. Тут сейва нет. Печально. Я бы уже на самом деле завершал так-то, если честно. Having a bad day, Shepard. You could say that. Landing pad is over there, but it's behind a locked gate. Let's look for a control panel. I like your outfit. A control panel, right. В общем, короче, мы, наверное, на этом с вами закончим. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, ставьте большие пальцы вниз, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео избранное. Это все очень сильно помогает каналу развиваться. Всем за все это, как всегда, большое-большое-большое спасибо. И всем на этом, ребят, до свидания. Всем на этом, в общем, пока.